улица Чапаева Всходняя. Здесь, в 20-м доме, в непогоду нередко протекала кровля. О проблеме инициативные жители этого дома рассказали заместителю главы Химок Денису Юркову на встрече в формате выездной администрации. По его поручению начались ремонтные работы. Поднялись на кровлю, зашли в квартиру, пообщались с жителями. Там, где мы уже сделали, на первым-вторым подъездом локальный ремонт кровли, подтвердили после дождя сейчас, и в том числе жители подтвердили, после дождя сейчас протечек не имеется. Во время обхода сотрудники администрации обнаружили и другие участки кровли, которые также требуют обновления. Полностью отремонтировать крышу планируют в течение недели. Был сильный дождь. Ну, сейчас посмотрели, все сухо. Я очень доволен, что непосредственно руководство именно посмотрело ситуацию на крыше. Вот. Зафиксировали, сфотографировали все. Ну, думаю, что решение примут положительно в нашу сторону. На встрече жители смогли задать и другие вопросы. Денис Юрков поручил представителям управляющей компании устранить все недочеты в самое ближайшее время. Обязательно мы сюда там через неделю еще вернемся. За практику все бюро всегда стараюсь вернуться, посмотреть, проверить, качественно или некачественно выполнена работа. Ну и контроль, конечно, жителей, который нам всегда помогает в рамках нашего взаимодействия. А это уже улица Кирова, территория вблизи станции Сходня. Здесь произошла авария на канализационном участке. Бригады быстро приступили к устранению последствий. Заменят трубопровод и проведут работы по перекладке сети водоотведения. Сейчас мы проводим раскопку приямка для заведения новой трубы. Котлован уже, в принципе, готов. Завтра приступаем к монтажу опалубки. Дальше будет заведена труба. Сроки примерно у нас где-то до конца месяца, начала следующего. Все работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства на особом контроле Дениса Юркова. Заместитель главы Химок проводит такие комплексные обходы еженедельно. Отдельное внимание обращениям жителей, которые поступают в рамках выездной администрации через домовые чаты или депутатский корпус. Анастасия Кравцовская, Вильфред Демковский, Новости Химки ТВ.